Проверка проходила на улице Пластунская в районе рынка «Вертодром». Полицейские обращали внимание на автомобили, припаркованные на проезжей части, с которых велась торговля. Инспекторы полка ДПС оставили 4 административных материала за несоблюдение требований, предписанных дорожными знаками или разметкой проезжей части дороги, запрещающими остановку или стоянку транспортных средств. Сотрудники отдела по исполнению административного законодательства составили 5 протоколов за самовольное размещение торговых точек и незаконное ведение предпринимательской деятельности.